Всем привет! Решил поснимать немножко природу. Все уже зацвело, все пахнет. На улице сейчас тепло. Природа красивая. Все так. Это корпус, где я живу. Не знаю, что еще тут можно снять, чего я не снимал до сего. В общем, кто где? Сегодня в клубе был фильм и рассказ про завтрашний день, про Чернобыльскую катастрофу. Тут фильм, который мы уже много раз смотрели в других местах. Не лишним было напомнить. В этих трагических событиях 86-го года. Так, это наш корпус учебный. Тоже много раз видели уже его. Заканчивать. Смотрите, ставьте лайки, подписывайтесь на канал.